Всем привет, меня зовут Алексей, и сейчас я направляюсь к нашему клиенту, который недавно приобрел загородный дом и столкнулся с полным отсутствием сигнала в доме. К нему уже выезжал наш инженер, который провел замеры, подобрал необходимое оборудование, и сейчас мы будем его монтировать. Существует множество причин низкого уровня сигнала в загородном доме, такие как удаленность от базовой станции, либо близко расположенная лесополоса. Операторы не всегда успевают оперативно устранять данные проблемы, поэтому пора перейти от слов к действию. Давайте заглянем к нашему заказчику и посмотрим, какие исходные данные у нас имеются. Клиент поставил задачу усилить голосовую связь всех четырех операторов. Для решения поставленной задачи мы установили двухдиапазонный репитер мощностью 200 мВт, работающий в частотном диапазоне 1800 и 2100 МГц. Также мы установили внешнюю антенну типа волновой канал с усилением 11 дБ и три внутренних антенны для обеспечения необходимой зоны покрытия. Следующим этапом мы устанавливаем репитер сотовой связи и внутренние антенны. При установке антенн важно не допустить закольцовку сигнала. Мы смонтировали вам систему, а теперь предлагаю ее протестировать. Вот здесь вот на анализаторе видно уровень сигнала по трем операторам на частоте 1800. Вот сейчас у нас система полностью выключена, уровень сигнала находится на уровне 90-100 dBm. Сейчас мы включим систему и посмотрим, как изменится ситуация. Дим, включай репитер! Мы видим, как уровень поднимается. Вот сейчас средний уровень составляет уже более 80 дБ, что достаточно для устойчивой мобильной связи. О, а давайте жене позвоним. Алло. Алло, Лен, привет. Как меня слышно? Привет. Нам тут сигнал усилили. Слушай, да хорошо. А меня как? Да, прекрасно вообще. Очень четкий сигнал. Слушай, ты даже не пропадаешь, ты колокаешь голос. Не как раньше, да? Ладно. Ясно. Хорошо, давай. Ничего, проводов ничего не торчит? Не, все очень хорошо. Блин, классно, ребятам спасибо огромное. Скажи. Хорошо, передам. Все, ладно, давай. Ага. Ребят, спасибо большое. Пожалуйста, обращайтесь.